Я уверен, что загодя все решено, где кончаются дни, от чего и когда. Человек представляет собой решето, для которого жизнь – это просто вода. Хоть ступай осторожно, хоть пули лети, пробиваются капли сквозь мелкую сеть, и ручьями стекают они по пути, и потоками льются, аж больно смотреть. Сосчитать не составит большого труда расстояние, если в задачке дано, сколько места сперва занимала вода и диаметр дырок, усеявших дно. А пришедший за нами на солнечный свет, решето наливается вновь до краев. Это значит, конца у истории нет, да и смысла особого нет у нее.